Официальная историография убеждает нас в том, что Октябрьскую революцию подготовили большевики, а точнее их лидеры – Ленин и Троцкий. Нас убеждают в том, что они смогли разложить армию и страну и свергнуть временное правительство. При этом советские историки все время говорили нам о гениальном даре предвидения Владимира Ильича Ленина и о его чудесной интуиции. Историки демократические, а также и часть авторов-патриотов, обвиняют финансирование Октябрьской революции правительства Германии и всю ответственность за переворот возлагают на Кайзера и Людендорфа. Но так ли это? Так ли уж гениален был вождь мирового пролетариата Ленин? И только ли Германия ответственна за Великий Октябрь? Держать чужие государства под угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом Англии. Отто фон Бисмарк. Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом. Генерал Ван Дам. На момент совершения февральской революции столь ловко осуществленной генералами Ставки и депутатами Государственной Думы ни Ленина, ни Троцкого, ни большинства их сторонников в России не было. Лейба Бронштейн, он же Троцкий, со времен революции 1905-1907 годов в России не появлялся. Лев Давидович, украв паспорт полковника Троцкого, жил за границей в Австрии в течение 8 лет. Он был фактически завербован Гельфандом Парвусом и непосредственно под его руководством работал на немецкую и английскую разведку. Под видом журналиста в период Балканской войны 1913 года Бронштейн Троцкий жил в Турции. Затем он вернулся в Европу, в Австрию. С началом Первой мировой войны Троцкий вынужден был покинуть территорию, воюющей против России Австро-Венгрии. Лев Давидович поселился во Франции и занялся там активной подрывной антирусской работой. Он был одним из организаторов восстаний в русских полках, воевавших на Западном фронте. Троцкий был арестован, но благодаря высоким покровителям в правительстве Франции освободился. И быстро уехал сначала в Испанию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Троцкий очень неплохо устроился в Америке. Дело в том, что брат матери Троцкого, Абрам Животовский, был крупным банкиром в России. При этом он был компаньоном американских банкиров Варбургов, а через них был связан с Яковом Шифом. На контакт с Троцким в Америке вышел Сидней Релли, доверенное лицо банкира Животовского. Стоит отметить, что Сидней Релли был агентом Вильяма Вайсмана, шефа английской разведки в Северной Америке. А сам Вильям Вайсман был на коротке с консультантом президента США Вильсона полковником Хаузом. Полковник Хауз являлся на тот момент серым кардиналом Белого дома. Полковник осуществлял связь между банкирами с Уолл-стрит и администрацией президента США. Так что Лейба Бронштейн, уже поработавший в Турции на английскую разведку, вновь оказался в кругу англо-американских спецслужб, тесно связанных с Шифом и компанией. Лев Давидович сразу по приезду в Америку получил в свое распоряжение лимузин с шофером. Его очень уважали и ценили и полковник Хаус, и Уильям Вайсман, и Сидней Релли. И когда Сидней Релли работал на японскую разведку, и ему удалось выкрасть план обороны Порт-Артура и передать его японцам, Троцкий в 1905 году руководил революцией в Санкт-Петербурге, получая деньги от агента японской разведки полковника Акаси. Так что Лейба Давидович Бронштейн и Сидней Релли были коллегами по борьбе с Российской империей. Сразу после февральской революции, осуществленной на деньги с Уолл-стрит, Троцкого с группой товарищей отправили в Россию. После посещения Троцким русского консула в Нью-Йорке с заявлением об отъезде в Россию, он, Троцкий, и члены его семьи получили все необходимые документы. 27 марта Троцкий с семьей отбыл из Нью-Йорка на норвежском пароходе «Кристиания Фьорд».
Николай Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация? Удивительно, что никаких проблем с получением въездных документов у Троцкого, постоянно призывавшего к свержению Временного правительства, не возникло. Хотя, впрочем, это объяснимо. Поскольку правительство Керенского было не более чем марионеткой союзников. Но во время стоянки в Канаде в Галифаксе случился конфуз. Группа революционеров была снята с парохода согласно официальным указаниям, полученным 29 марта 1917 года дежурным морским офицером в Галифаксе из Лондона. В телеграмме сообщалось, что на Кристиания-фьорд находится группа Троцкого, которая должна быть снята и задержана до получения указаний. Николай Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация? Вместе с Троцким были сняты с корабля его попутчики. Среди них были Лейба Фишелев, Гершон Мельшиганский и Григорий Чудновский. Указание об освобождении Троцкого было получено через несколько недель от заместителя директора английской разведки Клода Дэнси. Причем освобождение было осуществлено по просьбе Временного правительства. Англичане освобождают Троцкого по просьбе Временного правительства. Это кажется невероятным, но министр иностранных дел Милюков обратился к британским властям с такой просьбой. В своем ли уме Милюков? С ним все в порядке. Просто без его обращения британцам не выйти красиво из сложившейся ситуации. Николай Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация? Милюков своей просьбой создал для английской разведки алиби. Получалось, что русские власти сами просят отпустить террористов и пораженцев. А значит, они не опасны для Временного правительства. Милюков не мог не выполнить просьбу своего друга и спонсора Якоба Шифа. Очевидно, что именно Шиф поручил своему давнему другу Милюкову просить англичан отпустить в Россию Льва Давидовича Троцкого, ехавшего свергать правительство, в котором сам Милюков был министром иностранных дел. Милюков – личный друг Якоба Шифа, американского магната, генерального спонсора всех русских революций. Вот поэтому и просит Временное правительство выпустить на волю Троцкого, который сразу займется его свержением. Николай Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация? Таким образом, английская и американская разведка, забросившая в Россию группу Троцкого по поручению Якоба Шифа и под давлением полковника Хауза, оказалась чиста. Временное правительство само захотело, чтобы Троцкий приехал в Петроград. А что же делал накануне февраля 1917 года Ленин? Владимир Ульянов даже не догадывался о том, что через несколько недель совершится великое и бескровное. Вот отрывок из его выступления 9 января 1917 года в Швейцарии. «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». Ленин. Доклад о революции 1905 года. Накануне февральской революции большевики находились в большом унынии. Уже 10 лет не было съездов социал-демократов, потому что не было денег. Со времен революции 1905 года банкиры с Уолл-стрит не считали нужным закармливать большевиков и меньшевиков и только подкармливали их. А поскольку для февральской революции вся эта кампания была не нужна, то Ленин не был в курсе подготовки великой и бескровной. И вдруг неожиданно для Владимира Ильича свершилась февральская революция, а за ней подоспела и амнистия Керенского для террористов, шпионов и пораженцев. Дорогой друг, вчера прочел об амнистии. Мечтаем все о поездке. Если едете домой, заезжайте сначала к нам. Поговорим.
Я бы очень хотел дать вам поручение в Англии узнать тихонечко и верно. Мог ли бы я проехать? Жму руку. Ваш В.У. Из телеграммы Ленина Инессе Арманд. 5 марта 1917 года. Ленин начинает искать пути в Россию. Причем, судя по его переписке, о пути через Германию Владимир Ильич не думает. Он мечется. Ждать больше нельзя. Тщетны все надежды на легальный переезд. Необходимо во что бы то ни стало выбраться в Россию. Единственный план следующий. Найдите шведа, похожего на меня. Но я не знаю шведского языка, поэтому швед должен быть глухонемым. Из письма Ленина Ганецкому. Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию. А я проеду по ним через Англию и Голландию в Россию. Я могу одеть парик. Фотография будет снята с меня уже в парике. И в Берн, в консульство. Я явлюсь с вашими бумагами уже в парике. Из письма Ленина Карпинскому. Ленин, видимо, считал, что проезд через Германию, воюющую с Россией, невозможен. И что в таком случае его в России сразу арестуют. При этом и немцы не хотели пускать Ленина. И это несмотря на то, что Владимир Ильич был близок к Парвусу, а Парвус являлся главным консультантом немецкого правительства по России. Первым идею проезда через Германию высказал меньшевик Мартов. План Мартова хорош, за него надо хлопотать. Только мы не можем делать этого прямо. Надо, чтобы кроме Мартова беспартийные русские обратились к швейцарским министрам с просьбой поговорить об этом с послом германского правительства в Берне. Из письма Ленина Карпинскому. Но немцы уверены, что их агентов, Ленина и компанию, в России ждет арест, и они не хотят пропускать Владимира Ильича. В Россию, должно быть, не попадем. Англия не пустит. Через Германию не выходит. Телеграмма Ленина Инессе Арманд, 12 марта 1917 года. При этом проезда по своим территориям Ленину и его группе не хотят давать и союзники. Ведь это откровенная антироссийская деятельность. Отправляя в Россию группу Троцкого, руководитель английской разведки в Америке Вильям Вайсман создал алиби, устроив показательный арест Льва Давидовича в Канаде. В случае с Лениным союзникам также нужно алиби. Ленин это хорошо понимает. Англия никогда меня не пропустит. Скорее интернирует. Из письма Ленина Ганецкому от 17 марта 1917 года. Но вдруг 18 марта все меняется. Германия дает свое согласие на проезд Владимира Ильича и его соратников в Россию по своей территории. Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских эмигрантов через Германию. Из телеграммы Ленина Гримму от 18 марта 1917 года. Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона? Давайте пари держать, что дадут. Из письма Ленина Инессе Арманд от 19 марта 1917 года. Что же произошло и почему немцы согласились пропустить Ленина по своей территории? Для того, чтобы это понять, нужно оценить геополитическую ситуацию на 1917 год. Для того, чтобы вывести Россию из игры и вступить в войну, полковник Хаус совместно с властями Франции и Англии разработали гениальный план и успешно его реализовали. Немцев, боявшихся посылать группу Ленина в Россию, ввиду большой вероятности ее ареста, убедили в том, что Керенский абсолютно подконтролен и не то, что не тронет Ленина, но и всячески будет ему помогать. Союзные власти гарантировали Владимиру Ильичу то, что въездные документы в Россию он и его люди получат без всяких проблем. Учитывая творившийся в Петрограде хаос, а также поддержку со стороны Керенского и огромные денежные средства, предоставленные союзниками и властями Германии, большевики с большой вероятностью должны были разогнать Временное правительство и учредительное собрание. Шифу и Варбургам, так же как Лондону и Парижу, это было необходимо для того,
чтобы в России не осталось легитимной власти, и чтобы русские не могли, уже даже оказавшись победителями, претендовать ни на Босфор, ни на Константинополь, ни на контрибуцию. Только благодаря гарантиям безопасности для Ленина и его людей союзники смогли добиться от Берлина разрешения на пропуск Владимира Ильича в Россию. Отправлением в Россию Ленина наше правительство возложило на себя особую ответственность. С военной точки зрения его проезд через Германию имел свое оправдание. Россия должна была рухнуть в пропасть. Из мемуаров генерала Людендорфа. Ильич деятельно готовится к отъезду в Россию. Он неожиданно предъявляет немецкой стороне жесткие требования, касающиеся самого проезда. И это несмотря на то, что еще недавно немцы не хотели пускать Ильича, а он рвался в Россию и паниковал, боясь, что не сможет попасть на родину. Вот эти требования. Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. Вагон пользуется правом экстерриториальности. Никто не имеет права входить в вагон и выходить без разрешения Фридриха Платтона. Никакого контроля паспортов и багажа. Из работы Николая Старикова. Февраль 17 года. Революция или спецоперация? Германский посланник в Швейцарии Рембер был возмущен этими требованиями, но в Берлине на все соглашаются. Владимир Ильич Ленин едет в Россию. А вот список тех, с кем ехал Ленин. Ульянов Владимир Ильич. Сулишвили Давид Сократович. Ульянова Надежда Константиновна. Арманд Инесса Федоровна. Сафаров Георгий Иванович. Сафарова Мартошкина Валентина Сергеевна. Харитонов Моисей Матькович. Константинович Анна Евгеньевна. Усиевич Григорий Александрович. Кон Елена Феликсовна. Равич Латна Умовна. Схакая Михаил Григорьевич. Сковна Абрам Анчилович. Радомыльский Зиновьев Авсей Гершен Аронович. Радомыльская Злата Эвновна. Радек Собельсон. Ривкин Залман Берг Асерович. Слюсарева Надежда Михайловна. Гоберман Михаил Вульфович. Абрамович Майя Зеликов. Всего 31 человек. Из работы Николая Старикова. Февраль 17 года. Революция или спецоперация? Важно отметить, что в Россию немцы и союзники отправили по железной дороге через Германию далеко не один пломбированный вагон с революционерами. Всего было заброшено в нашу страну 3 поезда с русофобами всех мастей, несколько сот человек. Вот список пассажиров другого поезда, отправленного немцами в Россию. Аксельрот Товия Лейзерович. Аптекман Иосиф Васильевич. Асиаринами Сосипатр Самсонович. Авдеев Иван Ананьевич. Бронштейн Семен Юльевич. Беленький Захарий Давыдович. Багрова Валентина Леонидовна. Бронштейн Роза Абрамовна. Багуидзе Самуил Григорьевич. Войков Петр Лазаревич. Ванадзе Александр Семенович. Гишвалинер Петр Иосифович. Гогиашвили Поликарп Давыдович. Гохблит Матвей Иосифович. Геронимус Иосиф Борисович. Луначарский Анатолий Васильевич. Всего свыше 200 человек. Энтони Саттон. Уолл-стрит и большевистская революция. Следует отметить, что почти все эти люди сыграют немалую роль в истории России и получат различные должности в революционном руководстве нашей страны, а значит, будут ответственны за страшный геноцид русского народа и русской культуры. Очевидно, что забрасывая революционные террористические группы в Россию и снабжая их деньгами, Запад как бы устраивал конкурентную борьбу между ними. Кто лучше выполнит обязательства, тот и получит власть и деньги. А в России всех их с распростертыми руками встречал Керенский, которого все они ехали свергать. Вот как встретили Ленина с сотоварищами, прибывшего из Германии через Стокгольм. На финляндском вокзале 16 апреля 17 года революционеров встретил почетный караул. Сразу по прибытию вождь мирового пролетариата произнес речь, заканчивая которую провозгласил: «Да здравствует социалистическая революция», то есть призвал к насильственному свержению существующего строя. А что государственные органы? К
как и обещали Ленину союзники, никто ничего не сделал. Из работы Николая Старикова. Февраль 17 года. Революция или спецоперация? Прибывшего в Петроград Троцкого также торжественно встречают. Тоже устраивают ему митинг на вокзале. Троцкий также призывает к социалистической революции, и его никто не трогает. Он спокойно въезжает в квартиру Серебровского, директора завода, принадлежащего Нобелю. Но тут возникла проблема. Ленин и Троцкий враги. Троцкий не может простить Ленину кражу газеты «Правда». И тут выходит из тени еще один посвященный лидер революции. Янкель Мовшевич Свердлов. В русском варианте Яков Михайлович Свердлов. Его брат Беня Мовшевич Свердлов, будучи американским банкиром, связанным с Якобом Шифом, еще в период революции 1905 года занимался поставками оружия революционерам. Через него Яков Свердлов был продвинут в ЦК партии большевиков. Свердлов, благодаря связи с Шифом, был человеком осведомленным и активно стал мирить и объединять Троцкого и Ленина. Но самым главным, что примирило большевистских вождей, были деньги, данные на революцию американскими банкирами. А в управлении деньгами революции товарищ Андрей, как звали Свердлова в партии, был важным человеком, поскольку был напрямую связан не с посредниками-немцами, как Ленин, а с заказчиками, Шифом и компанией. Сама Германия в финансовой цепочке служила промежуточным звеном, получая деньги от сионистских кругов Америки и других стран. Через Якоба Шифа, по данным французской разведки, прошло не менее 12 миллионов долларов. Через лорда Мильнера – 21 миллион рублей. Сверхдоверие, оказанное Свердлову весной 17 года, однозначно доказывает, в этих кругах товарища Андрея Свердлова уже знали. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Итак, Ленин, Троцкий и еще сотни революционеров переброшены в Россию с огромными суммами денег, выданными американскими банкирами. В это же время союзники и Уолл-стрит по сговору с немцами перенесли боевые действия на русский фронт. Цель Первой мировой войны, поставленная американскими закулисными кругами, фактически достигнута. Сразу по прибытии Ленина в Россию Соединенные Штаты, нарушая обещания, данные Германии, вступают в войну для того, чтобы участвовать в разделе плодов победы. Для окончательного осуществления планов людей, интересы которых представлял Якоб Шиф, осталось сделать немногое. Сделать это должны были Свердлов, Ленин и Троцкий.